получила статус федеральной. Трассу регионального значения Саратов-Озинки отнесут к общегосударственной. Об этом на брифинге рассказал министр транспорта Николай Чуриков. Чиновник отметил, что для получения финансирования дорогу сначала нужно привести в должное состояние, как того требует утвержденный правительством норматив. На трассе протяженностью свыше 300 километров выполнялся ремонт лишь по содержанию дорожного полотна. Несмотря на то, что финансироваться трасса начнет с 2018 года, дорожная компания «Росавтодор» уже приступила к созданию проекта по ремонту. На него понадобится около 15 миллиардов рублей. Если говорить о финансировании, которое нужно на данную дорогу, с теми искусственными сооружениями, которые на ней находятся, это порядка 30% от дорожного фонда Саратовской области. Поэтому данные средства будут высвобождены. В первую очередь дорожная техника выйдет на участок трассы, который идет в обход Саратова. Затем ремонтные работы продолжатся в Энгельском и Советском районах. За один год полностью поменяют дорожное покрытие в Федоровском районе. А вот на полное обновление дороги до границы с Казахстаном понадобится 4 года.